Добрый день, комиссионная победа. По вашему запросу видеообзор на смартфон Huawei Play. Сразу по дефектам. Экран целый, минимальные потертости, небольшие царапины. Задняя крышка такая же, царапины, потертости. В целом удовлетворительное состояние. Дальше у нас идет либо падение было, либо удар. То есть часть корпуса здесь отходит. В целом по корпусу есть недочеты. Еще раз говорю, состояние удовлетворительное. Еще момент. Экран у нас с этой стороны значительно сильно отходит. То есть видно, какой засвет. Можно подклеить. Думаю, проблему это решит. В целом телефон работает без нареканий, должностным образом. Play, 9 Android, 4 гига, 64 своей памяти. Симку ставили, симку без проблем видит, сеть ловит прекрасно, звук, динамика. Так, и пароль снимите, пожалуйста, только слева. Пароль на нем снять нужно будет. А, так, не запишите. Ну, давайте. У нас просто по регламенту сейчас требуется. Понятно. Многие забывают. Звук хороший, громкий, чистый. Динамики не хотят. Да, мне сейчас самому не хочется. Телефон хороший, работает камера. С камерой, видимо, тоже проблемы, потому что она вылетает. Видимо, дело со шлейфом. Да, камера тоже не работает. Возможно, шлейф отходит. Ну, в целом, телефон в таком состоянии, как я и сказал ранее, удовлетворительный, но рабочий. Поэтому вопросы будут, можете обратиться.